Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1355. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. 1 сентября 2019 года. И наше обращение. Чтобы прочитать, приостанавливайте курсором и... Владимир Сенаторов. Территория закреплена в поселке Потеряевка в законном порядке и документально. Также и пруды не являются природными. Плотины возведены на средства жителей поселка Потеряевка, и пруды ими же зарыблены. То есть рыбу запустили, покупали мы. Запрет на охоту и рыбную ловлю на территории поселка Потеряевка в соответствии с решением общего собрания жителей поселка Потеряевка вполне правомерен, и никто его оспорить не сможет. Воскресенье было, как всегда, батюшки не было богослужения, на улице собрания, тут заведенный уже порядок, главное, какие были нужды. После собрания на улице возвратились домой, позавтракали с Володей на велосипедах, поехали сразу на Камогориху, пруд, куда мы запустили карасей, с разных районов привозили во флягах. 72. Сильный ветер был. Ездим на себя, надеваем поплавки из 7 пластин, потому что очень опасно, и лодка может перевернуться, ветер, волны. Но все благополучно вернулись. Потом занятия. Днем, в час дня. Рыбу определил, кому подарили, остатки почистили. День и прошел, воскресный, приятный. Ничего особенного не было. Наши ресурсы показать. Первое – это мой мир. Очень люблю, хорошая система, так составлена. Вот. Вот если так вот я нахожусь в шапке, тут можно переписываться, почта. Ну, где с голубем, это контрольные, туда не надо. Вот что-то Василий Иванов пишет. Архиерей уже подают в прокуратуру, но не понимаю, поминающие. Ну что ж, подают, да и подают. Юрий Соболев, спаси Христос. Вот. Второе, это спаси Христос, это мне надо из этого еще закрыть. Игры разные. Почта вернуться. Вот православный форум, очень большой, 1600 тем. Это наш православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии».
открыл, я пробую, тоже смотрят. 9 роликов сегодня открыл. И большой во свете Библии, православный библейский сайт. Самое главное, это 4124 ответа по темам. Вопросы задавали мне, когда я вел занятия в университетах, по радио, на заводах, милиции, в воинских частях. Вот так. И на этом на сегодня все.